Yep. Приезжаем сейчас в Starbucks, то есть мы затарились, нам где-то на $120, а все для сада, и вот здесь вот у нас вот Starbucks, мам, не видно сейчас, вот он Starbucks, drive-thru. Наверное, машин 15 стоят в очереди, чтобы купить чашечку Starbucks. Я просто обалдела, думаю, ребят, что у вас кофе дома нету, а? И... как пить, да, вот одна машина минимум будет стоить $10, да, потому что там 5-7, ты кофе не возьмешь, ты возьмешь еще, как его зовут, какую-нибудь съедобную булочку, либо что-то еще, поэтому получается, что у нас $10 минимум, да, идиоты, и эти же люди наверняка будут complain, да, жаловаться о том, что бензин стоит там, ну сколько у нас сейчас, 5.13 вот здесь стоит, а? Ну, я обычно за 4.99 или за 4.89 заправляюсь на данный момент. То есть приоритеты, куда деньги отправить, на кофе, либо на бензин и дальше ездить кататься. Ну, это, знаете, как, это привычка, наверное, уже привычка. А если ты уже привык кофе, и тем более это воскресенье, это не рабочий freaking day, да? Yeah, it's not even working day, so you're driving to work. No, it's on a Sunday. Sunday morning, воскресенье, 10 часов утра. И 15, и сколько там, that's like 15 cars? Apparently, when they go to church, Jesus wants you to have caffeine. А это все, как Джесска говорит, это вот наверняка, как, это же время идти в церковь. И Всевышний говорит, без Starbucks не заходите. То есть вот такая вот вам небольшая зарисовочка о том, приоритеты, куда деньги американцы тратят. Второй день, и сегодня у меня не так много времени, немножко времени есть. Мы уже утром съездили пораньше, купили готовую рассаду, но она не была такой, чтобы мне прям просто вот безумно понравилось. Взяла из-за того, что, ну, хотя бы что-то на данный момент посадить дополнительно из своей коробочки. Взяла рассаду прошлогоднюю. Так что попробую. Ну, вы знаете, мы еще разочек. Я это делаю не для того, чтобы собрать большой урожай, закатать банки и так далее, и так далее. Ни нифига подобного. Я это делаю, чтобы для кайфа. Вот так вот проходишь утром, горошек сорвал, помидорку сорвал, и все. Нету такого, чтобы заготовки сделать на зиму. Поэтому что получится, то получится. Вырастет, не вырастет. Вырастет хорошо, не вырастет, не огорчусь. Утром... А с 4 часов у нас был ужасный проливной дождик. Я думала, ничего не получится, но сейчас есть такой вот момент. Старший ребенок в моле, младший ребенок спит. У меня есть буквально 1.5 часа, но я хочу быстренько это все сделать, потому что вчера практически все подготовила, и сегодня только нужно быстренько тык-тык-тык-тык-тык повтыкать, пересадить и вперед. Вот смотрите, что мы взяли. Мы взяли, покажу, какой-то... Grape tomatoes. Следующий какой? Earl Girl. Ранняя девочка.
Три помидорчика взяли. Это Super Sweet Cherry. Взял он, нашел горошек. Green Peas. Здесь тоже. Но горошек, мне кажется, я все равно успею еще и свой вырастить. Потому что где-то тут он подорванный, где-то он тут надорвался. Не знаю, где-то его тут прищемили. И что, огурчики, по-моему, вот этот вот Japanese cucumber, японский, к огурице. Здесь у нас кто? Ну, два японских огурца мы взяли, ну ничего страшного. И кто у нас тут? Цукини сквош. Так что вот это я сейчас забираю. Быстренько нужно будет пересадить и посадить то, что в зернах. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Поехали. Вот, смотрите, это у нас второй день. Мы начинаем вот в таком состоянии. Давайте вам клубничку покажу. Клубничка. Вот так вот у меня стоит. Чик-чик-чик. Красота, просто красота. Красивая клубничка. Я так думаю, в тот угол мы посадим картошку в землю. Хотя муж предложил попробовать в мешковины, в мешки посадить картошку. Ну, не знаю, посмотрим. А тут вот на клубничке. Макей. Это вот нужно сегодня найти, может быть, вот в такие вот штучки посажу. А, нету. А, вот она. Вот, и там вот подвесные стоят. Поэтому сейчас я быстренько раскидаю, что куда я посажу. Обычно у нас помидоры вот здесь вот растут. Тык-тык-тык. А здесь у меня растут огурчики, чтобы их можно было подвязать. Потому что им больше солнца надо. И здесь как-то оно больше сверху так вот моментом есть. И вдоль вот этой штучки, если помните, у меня был всегда горох. И также... В этом году мы помидорки вот в этот ряд, ну, в прошлом году вот в этот ряд мы ставили помидорки вот в этих боках. Но я так думаю, что поскольку вот здесь много солнца на этой стороне, я, скорее всего, в мешках, но поставлю сюда. Не знаю. Посмотрим. Мешки прошлогодние. Посмотрю, может быть, добавлю. Может быть, нет. Они, в принципе, шли хорошо в прошлом году. Единственное, что у нас не было достаточно солнца. И вот таким вот образом поехали. Удача сопутствует. Кому Марго, да, только я собралась выйти сажать, как начался дождик. Замечательно. Но мне все равно сейчас... Я вчера заканчивала вот этот вот уголочек с дождем, поэтому... Ну, если он, конечно, не начнется такой проливной, хотя я так думаю, что сейчас радуга выйдет. Радуга выйдет, а с радугой всегда веселее. Я быстренько тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 горшочков посадить, это, знаете, прям 5 минут не промокну, не растаю.
Ну, вот так вот, наверное, на данный момент мы оставим. Сейчас я вам покажу быстренько. Цукини-цукини. Джик-джик-джик. Сюда, скорее всего, тоже еще что-то посажу. Не знаем пока. Помидорки. Раз, два, три. Этот пока в баке, в мешке. И эти вот уже там находятся. И огурчики. Огурчики, огурчики. Японские огурчики. Раз, два. И горошек. Оп. Сейчас пойду посажать семена в освободившиеся контейнеры. В кармане-то много их, да? Смотрите, сейчас мы вот сюда, вот, тик-тик-тик, семена посадим. И посмотрим, как оно выйдет. В принципе, на некоторых было сказано сажать июнь, май-июнь. Ну, как я выше сказала, я делаю for fun. Что вырастет, то вырастет. У нас бывает май холодный был, вообще холодный был. Июнь, в принципе, тоже я не в купальнике нахожусь. Но, надеюсь, сентябрь-октябрь будут теплые. Надеемся. Так что все успеем. Так, вот в эти горшочки, это я для себя для памяти, что в каком горшочке будет. Вот в этот горшочек я сейчас посажу вот такой горошек. Fairy Morris горошек. Каждый, наверное, по три посажу из тех, на тот случай, если что-то не вырастет, а что-то вырастет, и когда буду пересаживать, тогда уже буду смотреть, что куда пойдет, продергивать и так далее. И таки да, я это все в перчатках делаю. Так. Один закрыли, второй давайте сюда поставим, пам, пам, опс, три. Видите, огородник из нас еще тот, но не важно, главное желание. Так, и вот эти два теперь осталось. Я другой пакетик у меня был, я его замочила, как положено, в полотенчик, в бумажку, в paper towel завернула. Через 24 часа открыла, она всем молдом покрылась. Я думаю, вот же ж, блин. Поэтому сразу в землю пойдете. Горошки. Три горошка для Золушки. Три орешка. У нас будет три горошка. Принцесса на горошине. Отдыхать. Все, здесь у нас горошек. Видите, а это у нас стояло ночью вот здесь вот на бочке под открытым небом. И все намокло. Поэтому я себя сейчас переставляю вот так вот. Вычих. Вычих. Вжих. Перчатка наверх. Дик. Все, вот это горошек у нас. Дик-дик-дик. Посмотрим. А теперь сейчас без камеры буду заполнять землю сюда и посадим. Кто у нас там, огурчики и помидорчики. For fun. Опять-таки для фана. Для памяти. Вот в этих горшочках я посадила, ткнула по цукини. Здесь два зернышка и сюда три. Сейчас еще сверху земелькой присыплю. И они у меня будут готовы. Теперь вот огурчики и помидорчики. И очередная памятка, что куда сажаю. Подписывать не хочется. Раньше подписывала. Первый ряд будет раз, два. Вот в этих двух желтенькие. Во втором сибирские. Буджик-буджик. В третьем разноцветный. И в четвертом джик. Огурцы. Ну, естественно, четвертый между пусты. Вот так вот. Ну все, на сегодня миссия закончилась. Посадили, убрали.
все будет теперь. Пусть будет все хорошо, говорится, с Богом. С Богом по дорогам. Пошла отмываться. В самый последний момент решила плюнуть на перчатки, потому что помидорок-то семена маленькие, нужно было прям это... Сейчас одно пойду лак сниму, себя в порядок приведу. Грязюка какая. Грязюка вся. Все, всем пока.